Я тоже видел, я сегодня смотрел. Ну ой, ну мы хоть не в конце теперь. Хорошо, я еще и этого забрал. С него, кстати, хороший ут падает, ага. Ой, тут ландерочка. Ландерочку, прицельчик уберем у нее. Наверное, а или у тебя есть что-то хорошее? Пока. Ну ладно, хорош. Я думал тебе КС подать. Ксюху. Что, в какую сторону двигаемся? По-моему, еще нормального времени заспавнили типа там. 15 минутов. Кстати, еще вот я хотел потом после карты расскажешь. Вот если пьешь воду во время катки, то у тебя атлетизм быстрее прокачивается или нет? Просто мне много кто говорил, типа, пей воду побольше, там что такое, кушай побольше. Ну, тут все залутано вообще. Четверочку на РПК надо тебе? Угу, точно надо, на. На, возьми четвертый прицел. Тебе удобнее будет стреляться. Его прикол, я его не вижу вообще. Угу. Ой-ой-ой, ты как больно бьешь-то. Там второй, там два уже. Это который за дерево мне жизни не дает, не дает вообще. Мне надо спускаться.
ну это тоже мародеры. Опыта. То ли они купились, то ли что, ничего не понимаю. Не вижу его. Один минус. Не вижу. А, ну все здесь. Возьми. На, возьми. Давай, у тебя специал есть. Вижу, вижу, вижу. Там еще что-то можно получать. Че, на выход пойдем?
Я думаю, неплохо отработано. Мне еще, блин, прозвонили вообще на тот момент, что Че, через тоннель? Есть же вообще, по-моему. Понял, бегу с тобой. Надо тебя? Я тебе отдам. Средство. Сейчас тут добежим. У меня просто куча вообще на славе. Рассолить можно. Ну, неплохо ходили.